хотели быть крутыми пацанами, только у нас ни хрена не получается. Хочется жить нормально. Дом, девушка, машина. Хочется здесь и сейчас. И чем вы занимаетесь? Ноги ломаю разным уродом. А ты талантливый, Вов. Я смотрю, тебе София понравилась. Так ты бы не хотела найти принца? Я не верю в принцев, и уж тем более их не ищу. Тут еще тема есть. Ага, что за тема? Тема такая, специфическая. Ты со мной? Это работа для уродов. Если бы мы ее сделали, мы бы ими стали, понимаешь? Хочешь проснуться утром, подойти к зеркалу и увидеть там мудака, который еще вчера изуродовал жизнь человека? Ты сделал выбор. Ты стал уродом. Понял? Ты понял, я не урод! И откуда вы такие? Да мы тут, на районе. Сколько я себя помню, я всегда мечтала дожить до конца света. Меня зовут Джульет, и я пережила апокалипсис. Думаешь, мне повезло? Ты ошибаешься. Как только умерли люди, сразу появились они. И теперь это их мир. Мы называем этих тварей выжившими. Они повсюду и загоняют нас в свои ловушки. Я не знаю, живы они или мертвы, из этого мира или нет, но они охотники, и их добыча — это мы. Тебе кажется, что ты достиг дна, но ты только начал свое падение. Я хорошо усвоила, что жизнь та еще сука, а в конце концов тебя ждет единственный выбор — встать в полный рост или умереть. У вас красивое платье. А, спасибо. А у вас пиджак огонь. Спасибо. Надеюсь, рейс не задержит. О, не должны. Круто. Простите, что это было? Что? Вы встали впереди меня. Ну да. Вот именно, вы знаете, что сделали. Но самое смешное, что вы не пройдете первым на посадку, потому что первыми на посадку идут инвалиды. Или, может быть, вы инвалид? Да. Я хочу занять свое инвалидное кресло. Он закоренил их хвостяк. Зачем летите в такую даль? Мой бывший пригласил меня на свадьбу. Только не говорите, что это свадьба стала Пакита. Она коварная соблазнительница. То есть мы гости, которых не знают, куда сунуть? Боюсь, они могут сунуть нас куда-то вместе. А я хочу, чтобы было понятно, куда меня сунуть. И свадьба совсем не их тема. Это свадьба какой-то дурдом. Пир во время чумы. Ты не веришь, что каждому кто-то предназначен судьбой? Почти. Я верю, что никто никому нафиг не нужен. Но эта свадьба — чей-то хитроумный план. Поверить не могу, что после того, что Кит сделал с тобой, ты можешь гулять на его свадьбе. Потому что ты горилла, которую не понять тонкости человеческих отношений. Проще построить отношения с гориллой, чем с тобой. Заманить их в любовные сети. Ты знаешь, под моей пижамой ничего нет. Правильно, нафига? Тут и так жарко. Чтобы жили долго, пока смерть не разлучит их. Да-да!
Мне кажется, это горный лев. А может, это ягуар? Какая разница, кто нас сожрет? А может, пума? Твою ж мать. Вайнона Райдер, Киану Ривз. Почему тут нет асфальтированных дорожек? Я же на шпильках. Ты не мог бы перенести меня? М? Что? Так медленно меня еще никогда не носили. Жрать надо было меньше. Как женить холостяка? Подробная инструкция в кино с 30 августа. Шон, ты правильно поступаешь. Она должна поправиться. Я помогу финансово. Не воображай себя кем-то другим, Шон. Ты наркокурьер. Что-то пошло не так. Скажи, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Меняем планы и место посадки. Будешь сообщать о позиции каждые 10 минут. Задача была другой. Они все поменяли. Мне нужны координаты. Не забудь о нашем договоре. Ты сдаешь картель, жена получает операцию. Ты будешь сильно скучать по своей жене. Джен, у них! У кого? Они похитили ее. Я бы ни за что не согласился! О, нет, нет. Дэниел Рэдклифф. В фильме «Опасное задание». Скоро в кино. Switzerland. Папа, папа! О, ваше высочество, как я скучал. Как дела, Каспаров? Я играю за карпами. Нет, я у окна. Нет больше кары для мужчины, чем жизнь своей семьи. Я умер еще в день катастрофы. Подруга, просыпайся. Подруга, просыпайся, принцесса. Папа тебя нашел. Мама, трафик контроллер, Нильса. Он бейки. Нет. Ты считаешь, что диспетчер виноват? Я в этом уверен. Петер Нильсон, where is he? I offer you compensation. Мне не нужны ваши деньги. What do you want? Просто попросить у людей прощения. У меня просто попросить прощения. Дальше жить надо. Человека одного найти надо. Когда будет результат? В пределах месяца. Я хочу справедливости. Алло. Я нашел его. Хорошо. Записывайте адрес. Я запомню. Швейцария, город Клоттен, Флурштрассе 26, 5.9, дом Питера Нильсона. Спасибо.